Юргу готовится к празднику День Победы. В честь него прошло традиционное мероприятие для университета – открытый турнир по пулевой стрельбе. Организатором чемпионата выступил стрелковый тир Юргу. Мы проводим 6-й чемпионат Юргу по стрельбе, посвященный великому празднику – 9 мая. На чемпионате участвует 13 команд всего университета. Стреляют ректорат, военная кафедра, институт международный, юридический институт, гражданская оборона и многие еще преподаватели участвуют. Для победы в соревнованиях важна личная подготовка спортсмена и командная работа. Каждый участник чемпионата работал на общий результат своего подразделения, защищал честь своей команды и руководство вуза. Это чемпионат по стрельбе среди сотрудников и студентов нашего университета. Это 6-й раз чемпионат. Он приурочен 9 мая, то есть в преддверии победы. Вот. Сотрудники университета соревнуются в стрельбе из пистолета вот в нашем деле. Я считаю, что это такая интересная, полезная акция. Она все равно сплачивает наш коллектив, позволяет расширить свой образ жизни, вот, увлечься, может быть, спортивной стрельбой. На турнире для каждого представителя команды выделили 3 пробных выстрела и 5 зачетных. Дистанция от участника до мишени составляла 25 метров. Нет, я участвую не первый год уже, и в самый первый год наша команда заняла первое место. И ежегодно мы стараемся участвовать. Ну, вообще, в студенчестве у нас в программу входила огневая подготовка, стрельба, и это мне было очень знакомо. Но когда я пришла сюда готовиться вот к первым вот этим вот соревнованиям, мне понравилась атмосфера здесь, мне понравились инструкторы, и если я в студенчестве стреляла не очень хорошо, то с местными инструкторами я стала стрелять гораздо лучше. В завершении турнира лучшие стрелки и стрелковые команды были награждены кубками, грамотами и медалями.